Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, поехали. Будем играть за растения, и у нас полет супермозга. Так, а кого нам лучше взять? Орех или бабах? Или вообще пенек? Я даже, честно говоря, не знаю. А давай возьмем вообще с тобой вот этого вот парня. Вспышка на солнце. Сейчас я посмотрю, что у него там за колода. Бананы, 4 штуки. Что-то много как-то. Давай, наверное, уберем. Так, у нас с тобой и гриб здесь есть. Кукуруза, подсолнух. А что у меня такие? Так, вот это вот уберем отсюда. Что это за колода такая? Еще растение. Кстати, вот это, наверное, пригодится растение, да? У нас есть хил. У нас есть с тобой виноградина. Так, давай-ка мы что-нибудь с тобой прикольное возьмем. Например, вот этот гриб. Сколько он там получает к атаке? Информацию мне, пожалуйста. Ага, плюс 2. То есть 3-1 будет. Ладно, сгодится. Возьмем, наверное, с тобой вот эту семечку. Ну, вот это вот, я думаю, нам не нужно. Слишком много этого. Так, грибок. А грибок у нас просто дает энергию, да? Плюс 2. Не надо. Не надо нам грибочков этих. Обойдемся, наверное, без них. Вот, вот этого возьму. Может быть, взять еще нам микс. Парочку, давай вот еще один такой стебелечек. И вот так вот. Я думаю, что этого будет, наверное, достаточно. Или все-таки лучше взять нам кукурузы. На возвышенности он будет у нас получать урон. Точнее, даже не получать, а отдавать урон, да? Ладно, короче, давай вот так вот оставим и поедем. Давно не играл я, конечно, за вспышку на солнце. Так, супермозг, да, у нас? Поехали. Что нам тут выбрать? Ну, грибочки можно, в принципе, оставить, да? И вот здесь поменяем. Вот. Первый, второй, третий ход есть. Отлично. Мне нравится. О, еще и поджарочка. Че, король газона. Во время этой миссии в конце хода растение или зомби с самым высоким уровнем силы проводит бонусную атаку. Так. Это что, блин, за новости такие? Бонусную атаку, да? А ну-ка, убрать. Убрать обязательно. Хе-хе. Ладушки, пропускаем ход. А потом-то кого будем убивать? Кукурузу, наверное, я так понимаю. А, гриб. Гриб можем вызвать. Нет, все-таки кукурузу. Давай сделаем так. Шмальнем. Бумс. Неплохо. И выставим, наверное, сюда гриб. И вот этих грибочков тоже сюда позовем. Ну-ка посмотрим. Так, 3-6 ему урона нанесем. Слушай, это неплохо. О, мы еще наносим атаку, ты понял? То есть у кого больше атаки, тот в конце делает дополнительный удар. Вот оно что. Ну и что ты мне сюда его вызвал? Что ты мне его сюда вот вызвал? Объясни мне, а? Так, все грибы получает. Опа, он, наверное, такого не ждал. Давай еще вот так вот его угостим. Сейчас, наверное, уничтожит он мне гриб. Размещает зомби-астронавта. Испугался, смотри, испугался. Выставляет, но все равно мы его ушатаем. Погнали. Так. Слушай, очень хорошо у нас получается. Так, подожди, что он тут делает? Вытягивает две карты. Добор. Вот это, конечно, плохо. Ну, а здесь... А, мы не уничтожим его, он все-таки выживет. Но мы атакуем. Ой, друзья мои. Смотри, что у нас получается. Так, этого я могу нахлобучить, в принципе. Ну и что ты сюда пришел, вот объясни мне. Так, 3 энергии вытянет. Что нам сделать? Мы можем с тобой. Ну вот этого наказать однозначно надо, да? Предположим, так сделаем. И вот так. Давай глядеть. Ой-ой-ой, это плохо, ребята. Это не есть гуд. Так, срабатывает защита. И что он делает?
который наносит бонусную атаку. Сюда, что ли, под грибок перенесет? Ты посмотри, что творит, а. Ну, это несправедливо. Это несправедливо. Еще 4 урона. Так. Смотри, что творит. Посмотри, что он творит. Ну-ка, если я так сделаю. У него 4 энергии еще. Он может тут поставить кого хочешь. А зомби наносит бонусную атаку. Ну разве это честно вот так вот делать? Что там перемещает зомби и еще дает ему к атаке? Так, у нас сработала защита. Мы размещаем с тобой 2 шампиньона на случайных линиях. Все, ему крышка, друзья. Он доигрался. Шампиньончик его сейчас пробьет. Слушай, ну это опасно так играть-то, ё-моё. Фига он там колодочку себе подобрал. Я даже не ожидал, что мы, ребята, победим. Тем более, давно я не играл за вспышку на солнце. И, как видишь, все у нас хорошо получилось. Ну что, давай тогда двигаться дальше. Кто здесь будет, я не знаю. А условия, интересно, сохраняются или нет? Ну-ка попробуем. Нептусь. Вот оно что. Если сохраняются условия, то это, конечно, трындец. Так, ну давай, наверное. Грибная полянка. Ну, оставим вот эту вот колоду. Да, друзья мои, это все сохраняется. Блин, на весь уровень, на всю миссию. Размещаем с тобой 2 шампиньона. Смотрим, что он делает. А он бросает осьминожку. Зашибись. Как, блин, вовремя, я тебе скажу. С этой своей осьминожкой ты тут пришел. Еще и дополнительную атаку нанес мне, а. Угу. Вызвал, да? Зомби получает минус 1. Мы можем сюда вот поставить 2 грибочка. Ну-ка проверим. Перемещает зомби плюс 1. Куда ты его переместишь? Сюда, что ли? Жесть. Да, мы сейчас с тобой наполучаем тут. Нет, ребята, нам повезло. Этот нас не тронет. Так, каждый еще по ходу у меня, что ли, делает, да? Ну, это хорошо. Это классно. Так. Оу, все грибочки-то сейчас у меня прокачаются. Вот что я тебе могу сказать. Все грибочки прокачаются. Поехали. Опа. Ха-ха. Так, правда, этот гриб, вот этот зомби выживет, друзья мои. И он бомбанет по мне потом. Ладно, поехали. Так, 2. Тут сейчас защита сработает. Бум. Так, у нас тоже тут кое-что. А все зомби на земле получают минус 1, минус 1. Я пока, наверное, не буду это тратить. Или надо тратить. Давай, сделаем. 3 хп остается у Нептуса. Слушай, что нам сделать? Мы можем... Нет, блин, это не то. Синтез, да? Наносит 2 единицы урона. Хм. Можно взять лекаря, наверное, да? И... Ну, вот так вот. Просто хочу посмотреть, ребят, что будет. Уничтожает растение. Фиг с ним. Ладно, предположим. Ему 3 урона всего лишь надо нанести, и все. Ребята, проиграла Нептус нам. И это круто. Я даже боюсь представить, что дальше будет. Дальше будет только хуже, поверь мне. Так, опять у нас с вами супермозг. И мы опять с вами играем вспышкой на солнце. 2 курицы, вы серьезно, блин? 2 курицы, ё-моё. И как же нам тут быть? Вот что они мне дали? Вот от этого подсолнуха мне что ли будет
Прекрасно, ваш герой получает 10 единиц здоровья и подсолнуха. Видимо, поэтому супермозг прячется за двумя курицами-зомби. Да я понял, условия, да, сохраняются. Ну что, мы с тобой можем разместить два шампиньона? Ну это бред. А если мы сделаем с тобой вот так? К примеру. Курица смоется. Ой, да куда ж ты ушла-то? Восстанавливай 2 единицы здоровья. Это фигово, ребят. Давай разместим с тобой 2 шампиньона еще. Мы получим 4 в лицо с тобой. Нет, я ошибся, еще больше. Еще больше, потому что он уничтожит сейчас мне кого? Вот здесь вот. Это плохо. Серьезно тебе говорю, фигня полнейшая получается. Раз урон и 2 урон. Далее подсолнух, нафига он мне нужен, а? Вот зачем мне вот этот подсолнух нужен? Объясни мне, пожалуйста. Я поставлю сюда тогда, да? И... Бред. 2 единицы здоровья восстановим. Че он там? Размещает зомби-астронавта. Обалдеть. То есть подсолнух он мне в любом случае уничтожит, да, получается? Ну да, надо убирать этот. Зачем он мне вообще нужен в колоде? Объясни мне, этот подсолнух. Давай так, наверное, зажгем. Но это на земле, только курицу уничтожим с тобой. С картами беда. Так, груша, которую я не могу сейчас даже поставить. Вот так вот, единственное, что могу пока сделать. Тьфу ты. Ой, что там у тебя еще? Он вытягивает 2 карты. Объясни мне другое. Откуда у него столько карт? М? Откуда? Ну, давай, уничтожим его. Что будем делать? Вытаскивать грушу? Пока я больше никаких вариантов не вижу, давай. Пускай разбрасывает эти шампиньоны. Так, сюда. А второй? Сюда. Курица мотыляется тут бесявая. А кто здесь? Ну, это хорошо, что вот этот нахламон. Так, тут 2 в лицо. Этого уничтожим. Да, и наполучаем с тобой еще 6 в лицо. Раз. 2. 3. Да ты достал уже своими надгробиями. Тут могилоед нужен нам. Ты в курсе? Или не в курсе? Так, 1-1. Наносим урон, да? Ну, если я вот так вот сделаю. Хлоп. Сюда поставим медика. И все, что я могу себе здесь позволить. Так, понятно. Урона она получаем, мама, не горюй. Урона она получаем с тобой, мама, не горюй. А как же тогда здесь быть? Как же нам сделать? М? У меня с картами беда полнейшая. Смотри, что он творит. Смотри, что он тут вытворяет. Ну, если я сделаю вот так. Куда ты его поставил-то, а? И что дальше? Дальше-то что? Дальше ничего хорошего. Нет, ребят, он с этими вот чудиками меня ушатает. Со своими зомби, которые наносят бонусную атаку. И как ты, извини меня, их пробьешь-то здесь? Давай подумаем. Давай подумаем. Во-первых, надо посмотреть, что там по колоде. Что там по колоде? Колода, в принципе, хороша. Вот этих вот только надо вот убрать. Этого, наверное, тоже уберем отсюда. Вот этот, зачем мне нужен? Так, стебельки, это все понятно. Грибная поляна, 2 штуки. Ни к чему, абсолютно.
Так, давай-ка. Вот этого можно, в принципе, взять. Добавить. А у нас их и так 3 штуки, нифига себе. Микс. Это все понятно, что микс. Так, бумеранг. Хм. Сразу съедает. Слушай, а вот это вот растение, оно же запрещает, по-моему, бонусную атаку. Насколько я помню. Запрещает. Здесь, кстати, можно и лаву-гуаву взять, не побрезговать. Ягоду вот эту вот. И, наверное, вот так вот всех зомби на земле уничтожить. И кукуруза, в принципе, не помешала бы. Только дожить бы до нее. А это очень сложно. Хила, нужно очень много хила. Вот эти вот, кстати, штучки банановые, бомбочки, тоже нам бы пригодились. Давай-ка вот так, наверное, с собой уберем. Что-то слишком дофига, да? Кукурузочку возьмем. Блин, и кукуруз у нас тут много. Че за это? Че я тут набрал так себе? Так, 40. Грибочки есть. Вот это вот зачем мне? Синтез, ладно, пускай будет. Усиляшка. Так, а вот этот что у нас делает? 1-1, если используется ландшафт. На ландшафте, да, получается? Окей. Вот, кстати, этот паренек, наверное, нам зайдет здесь. Ну, вот как-то так. Не знаю, друзья, что из этого всего получится. Этот восстанавливает... Нет, зачем нам? Нам он не нужен. Хотя он лечит. Наверное, лучше вот этого взять. Или вот этого. Во! Вот так вот. Блин, у нас опять перебор. Давай берем микс, наверное, один с собой. Все, поехали. Выбрать. Если нам поставить вот этого вот зайчика, растение, да, который запрещает производить бонусную атаку, может быть, как-то за счет разрулим ситуацию. Так, одна атака. Ну, если, предположим, я использую здесь. Что-то мне надавали одних заклинаний, ты заметил? Одних заклинаний. Поехали. Так. Ну что, приступаем. Во-первых, нам с тобой нужно уничтожить этих куриц. Или же не будем. При использовании приема прокачивается, да? Нет, парень, никаких прокачек. -2, -2. То есть курица в любом случае мне одна нанесет урон. Как бы я не крутился, да? И еще сейчас урон нанесу, да? 2 энергии. Так, ну, уже неплохо. Мы можем использовать кукурузу вот сюда. Использовать кукурузу. И добить. Опять я тут все разбазарил. Размещает зомби-астронавта. Опять я разбазарил все и остался без энергии. И подсолнух мне еще уничтожил, а? Этот будет атаку делать. На земле. Ладно. Так, хиллер у нас есть с тобой. У нас с тобой есть хиллер. Слушай, мне кажется, он будет атаковать. Если я вот сюда вот поставлю, да? Ну, просто для того, чтобы хотя бы подлечиться. Он еще размещает одного зомби-астронавта. То есть 4. Ой, сколько сейчас будет урона. Так. Немножко, конечно, восстановился здоровье. Размещает шампиньоны. Ну, давай хотя бы прикроемся, может быть. Хотя бы от удара курицы от этой. Куда ты? Так. Что теперь мы можем с тобой сделать? Вот это что такое? Кто там у него в этом надгробии? Не знаю. Все растения получают +2 к атаке. А если я поставлю сюда грушу? Я, кажется, знаю, кто там, ребята. Там этот чудик, который будет делать бонусную атаку, скорее всего. Скорее всего, именно он. Поэтому в наших интересах, наверное... Что в наших интересах, блин, а? Так, начало хода вы получаете +1 на этом ходу. Сюда его поставить. Или все-таки грушу влепить? Ну ладно, попробуем.
Поехали. Ах, вот оно что, с прочерком. Блин. Ё-моё. Уничтожит все мои растения сейчас. Ты прикинь? Все мои груши сейчас уничтожит. Кстати, насчет прочерка-то надо подумать. Почему бы и нет. Так, сколько там наносит? 2 единицы урона всего лишь. Тогда вот эту курицу уничтожим. Прочерк, это, кстати, очень классно. Мы же можем с тобой стрелять, да, и уничтожать всех растений, которые будут у нас напротив. Так, все растения получают -1, -1 на земле. Повторю, на земле. Так, если я поставлю подсолнух. Ну-ка, сделаем, наверное, с тобой вот так вот. Окей. И после этого можно еще, наверное, влепить его заклинашка там, блин. Ну, давай я сюда поставлю, так уж и быть. Поехали. Что он там? Кровожадность ставит. Ну, ты представь, а? Он влепил кровожадность. И перемещает зомби. Шлепок, самый настоящий, а. Сейчас еще нанесут мне по урону. Так, мы хоть немножко хильнулись, это хорошо, ребят. Так, понятно. Еще не легче. Как нам быть? При исцелении вашего героя, да? Если я сделаю вот так вот. И вот так. Будет какой-то от этого эффект? Как ты думаешь? Смотри, у него что есть. Уничтожает. И, ребят, мы с вами тут проигрываем. Да, сложно. Я бы даже сказал, невозможно. Просто невозможно. Короче, надо брать растений, которые имеют прочерк, и как можно больше. Сейчас мы с тобой так и сделаем. Возьмем вот таких вот грибочков с тобой, да? Штучек, я не знаю, все. Все, которые можно только взять. Этот гриб нам пригодится. Вот это вот убираем, потому что заклинаниями практически я не успеваю пользоваться. Вот этот тоже надо отсюда убрать. Этот пригодится. Этот пригодится. Вот, тоже гриб берем. Раз такая уж пляска пошла, будем так же, как он делает. Он вредничает, и мы с тобой будем тоже вредничать. Ягода, нужна ли ты нам? Наверное, нужна. Пускай пока полежит в закромах. Грибочки вот эти вот не нужны. Кукуруза, 3 штуки. Кукуруза, кстати, вот пригодится нам. Мне-то нужно еще... Вот это вот вообще, не знаю, для чего тут нужно. Я даже не успеваю им... Хотя вот вдруг выпадет, да? Ну, вдруг выпадет. Грибная поляна. Бесполезно. Ну что, попробуем тогда вот так вот сделать. Пойдем, посмотрим. Главное, чтобы с прочерком выпадали нам герои. И я думаю, что будет хорошо. Но он же не делает 2 ряда их, согласись. Об этом тоже не стоит забывать. Давай-ка вот так поменяем. Хм. И вот этого. Ну, хотя бы так. Хотя бы так. Да я знаю, что мы получаем с тобой 30 здоровья только от этого туха маловато. Он еще одну курицу вызвал, ты прикинь? Он вызвал еще одну курицу, я могу сделать вот так, чтобы нам подсолнух просто с тобой сохранить. Шампиньоны, шампиньоны, стоит... Давай, вы... Блин, а смысла нету, ребята, смысла. Сделаем с тобой... ах ты, убежала. Надо было нам на возвышенности ставить кукурузу. Фиг с ним. Пускай стоит здесь. Бамс. Что у нас там на земле? Так, мы можем с тобой что сделать? Превратить, например, нашу кукурузу в какое-нибудь другое растение, да? А нет, этого мы сейчас не сможем с тобой сделать. А вот так вот. А? Сейчас задергается. Размещает зомби-астронавта. Ха-ха, испугался. Испугался, ребята. Блин, ну мы с тобой урон будем получать.
Так, уничтожить. Давай. Плюс еще, да, одна единица энергии у нас. Виноградина выпала. Ну что же, 5 энергии у нас с тобой. Все-таки хочет мне уничтожить мой подсолнух, а ты посмотри. Надгробие. Сделаем, наверное, с тобой следующим образом. Сделаем вот так вот. И вот. Ну куда ты, курица, побежала? И вот так вот. Поехали. Кто здесь? Понятно, с прочерком. Сейчас куда-то сместится, куда ты? На подсолнух на мой, а? Ну ты посмотри. На мой беззащитный подсолнух нападает. Как ты достала, а? Ага. Так, все грибы получаю, да? Ну что, я предлагаю, ребята, вот так вот сделать. Опа. Слушай, кстати, неплохо. Поехали, посмотрим. Кровожадность. Ладно. Перемещать зомби делать, наверное, куда? Куда? Против грибочка, да, наверное, скорее всего. Нет, смотри-ка, против песика. Опять перемещать. Смотри, он прокачивает вот этого вот чудика. Так, гриб, давай ответку. Ага. Предположим. Блин, у нас с тобой опять 5 хп остается. Уничтожу к ядрене фене, я сейчас его. Ай, как все, блин, печально. Давай так сделаем. Да? Потом поставим, наверное, сюда грушу. И попробуем поставить шампиньонов. Я не знаю, ребят, куда они выставятся. Отлично. Все, кранты нам. Нам кранты, ребята. Я хотел, блин, как лучше, а она, видишь, куда перешла. То есть здесь у нас вроде бы как все идеально, а он еще вытягивает 2 карты. Короче, вот эти вот ковбойки самые бесявые. Я даже не знаю, что нам с тобой сделать. Да, защитника нам не дожить. Хотя почему не дожить? Можно, но у него же есть заклинание, которое... Так, короче, берем тогда бабаха. Давай возьмем бабаха, наверное, посмотрим. Бабах, изменяем у тебя колоду. Так, кактус пригодится, мина. Так, лужайку-то оставим. У нас здесь есть песик. Так, переместить сможем с тобой растение. Плюс ягода. Пускай будет. Орех. Слушай, ну в принципе, как бы колода хороша. Вот только вот здесь надо убрать очень много чего лишнего. До них все равно, я думаю, очередь не дойдет. Как бы ты ни старался. Ну, что же мы с тобой можем здесь поставить? Фисташка, например, да? Нет, вот. Вот этих возьмем грибочков. Потом. А что потом-то? Так, если взять. У нас тут кактус с тобой присутствует. Вот это вот не надо. Это вот не надо. Это тоже, я думаю, вряд ли пригодится нам здесь. Вряд ли нам с тобой здесь это все пригодится. 4-2. Слушай, неплохо, да? Но опять же, не забывай. Зомби с прочерком. 38. Фисташечку. Так, мины, давай, наверное, с тобой возьмем это. Ну все, в принципе, я думаю, вот этого более чем достаточно. Поехали. Мины, конечно, есть. Мины. Ну, мины хорошо подлавливают зомби, которые там прыгают, ерзают. Курицу нам не подловить миной. Курицу нам не подловить будет с тобой. Поехали. Зачем я только мимика оставил, ума не приложу. Так, ладно, все, хорош тут выпендриваться. Давай, никого не стал вызывать, странно.
Но если я, предположим, сделаю вот так вот. И вот так. Ты что, издеваешься, что ли? Она под солнышко, она, блин, перелетела. Курица-зомби, а? Ты посмотри. Все поле тут заминируют, ядрени фени. Ну-ну-ну-ну-ну, успокойся, успокойся. Это ты зря, конечно, тут выставил. Может быть, нам 1+1. Ну еще это нам даст ничего абсолютно. Перемещает зомби, получает +1. 6 в лицо получим, да? 6 в лицо. Ну и что, вот нафига мне здесь амфибия? Амфибия здесь, ну, просто не нужна. Ой-ой-ой-ой-ой. Чего вытворяешь там, парень? Ну, если я вот так вот сделаю. И вот так еще. Что ты на это скажешь? Бонусную атаку кому? По мне? По мне прям хочешь бомбить, да? Да, ребят, что-то бабах у меня как-то не справляется. Ага. Ага. Ха. Ну что, придется нам прикрываться с тобой? Вот сюда перемещаемся. Вот так вот. Бумс. Так, этого ханурика уничтожаем. Так, 14-16 счет. Мина. Очередная курица вылезает здесь, да? Надгробие. Ну что, если мы с тобой сделаем... Подожди-ка, если я сделаю вот так вот. Мимика. А вот сюда вот миночку. Что ты на это скажешь, а? Зомби. Молодец, молодец, как раз прыгай, прыгай. В любом случае тебе крышка, куда ты не убежал бы. Поехали, друзья мои, защита. Почему не сработала защита? Вот. Готово. Мина еще одна. Вот сюда я поставлю ее. Я все поле тут заминирую, к ядрени фени, чтобы им было неповадно. Так, уничтожаем. Ну и этого тоже сейчас уничтожим. Единственное, что сейчас это еще два раза по нам бомбанет. Что там у него за карта? Не знаю, ребят, что за карта выпадает. Опа. Опачки. Слушай, у нас особо выбора здесь нету. Я ведь могу сделать вот так, верно? И сделать вот так. Поехали. Нет. Нет, блин. Опять, ребят, опять мы тут с тобой сфейлимся. 6 в лицо, ну и в конце, конечно же, еще сделать удар. Короче, будем за бабаха играть. Будем играть за бабаха, только знаешь, что я сейчас подумал? Мы сделаем еще хуже для него. У нас с тобой 4 этих мины. Но мы с тобой не брали другие мины. У нас есть два вида, которые наносят 3 урона и которые наносят 2 урона. Поэтому вот этих убираем отсюда. Понял, да? О чем я? И берем вот этих вот. Все. Теперь без вариантов. Я думаю, теперь-то у него не будет, как говорится, выбора. Мы с тобой будем уничтожать этих зомбарей. Ну и, конечно, мины будут у нас прогорать. Но это все-таки лучше. Вот это вот не надо было мне брать, конечно. Фонарь, зачем он мне нужен? Могила Е тут тоже не в тему. Да. Погнали. 2 энергии. Да я знаю, что у нас здесь. Так, мы с тобой можем... У него одна энергия есть, он может сделать хитрый план. Сейчас, 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 секундочку. Поставлю я мину сюда, да? И что мне это даст? Просто защитимся с тобой. А если не защитимся, уничтожит нам подсолнух. Придется прикрывать нам подсолнух наш. Поехали. А, вот, убежала карга старая, да? Тогда мы вот так с тобой сделаем. Будем ходить первыми. Мы 6 лицо, конечно, получим с тобой. Ну, мы тоже нанесем им 6 в лицо. На тебе в ответку. Окей. Вот, ребята, первая миночка наша. Курочка, куда ты? Ты же должна убежать. Нет, она никуда не захотела убежать. Поэтому ставим сюда.
Совсем другое дело. Давай, давай, на мину, родная моя. Все, поехали. Пока. Так, курочка, пока. Два в лицо. Так, это что у нас тут? Пузырик. Сюда перемещайся, конечно. Эта курица сейчас убежит, нет? Никуда она не убежала. И еще плевок. Так, перемещает зомби, который наносит бонус на атаку. Все-таки потратил. А кого будет уничтожать? Угу. Вот так он сделал, да? Ну, этого я ушатаю. Этого я ушатаю. Блин. Давай-ка я вот сюда, наверное, перемещу. Идеально, да? И вот так вот сделаем. Поехали. Да чтоб тебя, я, блин, все время забываю, что здесь этот ханорик есть. 10 хп, у него 7. Кактус. Ну что ты сюда приперся, а? Кто тебя звал сюда вообще? Могилоед. Или же нам лучше сделать с тобой... Или же нам с тобой сделать вот так вот. Мы атакуем, да? Это 4 энергии. Или мы проще с тобой съедаем вот это вот. Могилу. Кто там? Ковбойка, наверное, или кто? Ага, ковбоечка была. А тебе не кажется, что я это зря сделал? Потому что... Урон-то сейчас получим. Так. Бабах. И этот еще раз ходит. Защита. Отлично. Гаврюшу вот этого сносим. Банановая бомба. Точнее, не банановая. Ты понял, да? Смотри, что мы с тобой сейчас замутим. Ну, попытаемся. Вот так вот. Не знаю, у него есть заклинания, может быть, какие-то. Проверим. Защита сработает? Окей. Три в лицо. И все, ребят, наконец-то, наконец-то мы его пробили. Долго, долго мне пришлось с ним тут возюкаться. Но опять же повторю, это еще не последний босс. Самое сложное еще впереди. Так, ладно, оставляем с тобой. Оу, бесячество. А этот-то любитель разбрасывать своих мелких шитиков здесь, мы знаем, да? Прекрасно. Ну что, в принципе, меня первый ход устраивает вполне. Первый и второй ход у нас. Все отлично. Давай будем потихонечку расставлять мины. Так сказать, наши ловушечки. Размещает двух клонов. Один попадет хоть? Нет, конечно же. Конечно же не попадет. Блин, мы с тобой получаем сейчас 8 урона. Блин, здоровски просто. Ну и что мне это даст? Ну я перемещу его и что? Чисто так, чтобы прикрыться? Ну давай. Поставим сюда. Чтобы был как защитник. Угу. А если я так сделаю? Так сделаю, да? Наверное, еще мы можем полить проливным дождиком. Давай сделаем. Две мины с атакой. В кого? В мину бомбы? Нет, в меня прям. Хопа. Так, зомбарихи этой крышкой. Ну, мы еще два в лицо сейчас схлопочем с тобой. Итого у нас 9 хп. Так, могилоед. Пират. Пират. Давай, наверное, сюда перетащим, да? Карту. Ну и вот так вот. Ну а что сделаешь, ребят? Ну нет другого выбора, понимаешь? Хочется вот обмениваться как можем. Ага, задергался. И еще. Дальше что? Еще одна мина. Еще одна мина. Ставим сюда. Наверняка сейчас будет перемещаться или еще что-нибудь в этом роде делать. И вот так сделаем. Поехали. Наносит 3 единицы урона. Заклинание потратил. Фиг с тобой.
нас две карты. Крокодильчик, как ты... А, мина еще выпала. Ну, может быть, еще немножечко поживем. Че, он сейчас бомбанет в меня, что ли, прямо? Так и есть. Просто шмальнул, и все. Я думаю, что надо сохранить. Поставить сюда крокодильчика. Ну и куда-нибудь мину. Так, этого мы уничтожим. Могилоеды здесь вообще, ну как-то вот не в тему. Поверь мне. Просто не... Оу-оу-оу-оу. Акула. Ну тут, ребят, все тут, понятное дело. Мы... Вот чё-чё, я не ожидал, что у него будет здесь акула, оказывается. И у меня остается могилоед, который мне нафиг не нужен. Сейчас и бомбу свою взорвем. Нет, не катит. Короче, избавляемся от могилоедов. Они здесь не нужны. Ну, я думаю, ты понимаешь, почему. Толку от них вообще здесь ноль. Вот именно в данный момент у него, видишь, какие бойцы. Как ты достал, как ты мне дорог. Ну и что мне это дерево даст? Давай еще бомбани на дорожку. Ну а че бы и нет. Ну что там, бесенок, у тебя есть что-нибудь там? Нету? В ответку. Не хотелось бы, конечно, этого чудика. Во, давай мину влепим. Хотя бы подбить его на дорожку. Смотри, что творит, а? Воу. Ну, и, а у меня два могилоеда. Зачем, блин, зачем они мне нужны? Ну, да я вообще не понимаю, зачем они мне нужны здесь, если честно. Да, ребята, от могилоедов, короче, я избавляюсь. И, блин, надо брать что-то другое. Все профайлил, а? Все профайлил именно из-за них. Изменить, конечно, нафиг они нам нужны. В данной колоде они вообще. Тем более их тут три штуки у меня висит. Вот это тоже, я думаю, наверное, не нужно нам. Ягода пускай. Хотя ягоду, наверное, никто атаковать не будет. Пускай лучше стоит она. Так, и кроме этого я возьму, наверное, с тобой вот это вот, чтобы все растения прокачивались. Фонарь этот нам нужен. Не знаю, нужен или нет. Вот эту вот ягоду возьму. И тут толку от нее побольше, наверное, вот этого еще разочек. И кокосовый король. Наверное, вот так вот сделаем. Да? Да. Поехали. Бесячество. Как он меня бесит, а? Дайте мне нормальную руку. Ну, сейчас, в принципе, уже неплохо. Уже неплохо. Да ё-по-ё. Не хватает мне подсолнуха, чтобы давал дополнительную энергию. Но если я поставлю, например, мину сюда, что ты сделаешь? Будешь уничтожать ее или как? Нет, ничего не стал делать абсолютно. О, пёся. Пёся — это хорошо, ребят. Кто там у тебя? Ага. Понятно. Жалко, что пёсик, конечно, погибнет. Что поделаешь, такова судьба у песика нашего. Угу, явился, блин, не запылился. Вот нафига это делать, да, согласись. Все, схлопотал. Поехали дальше. 4 энергии. Вызвать бы нам свеклу. Ага, а если я так сделаю? Только не говори, что у тебя шар есть. Нет у него никакого шара. На тебе. Окей. Пока вроде бы все получается. Ну и что ты прыгаешь? Что ты здесь вот прыгаешь? Так. Этого, конечно же, накроем. А этого сюда поставим. Поехали. Наносит 2 единицы урона. Ну это-то мне 2 раза сходит, что ты переживаешь-то? Ой. Твою ж налево. Мы все равно 2 раза сходим, да?
Раз, и еще ударчик. На тебе. Итого 10 хп. Итого 10 хп. Ну, у него акула, которую мы с тобой сейчас бомбанем, да ведь? Уничтожим эту акулу к ядрине фениш, чтобы она тут не барахталась. Вот так. И... вот что я хочу сделать. Ну-кася. Две атаки-то. Ай, как больно будет. Первая. Блин, защита сработала. А зомби получает плюс 3. То есть на равных, да? На равных. Опять акула. Опять акула. Ты. Ну давай я так сделаю тогда. И вот так. Только не говори, что у тебя есть фигня это все. Все, ребята, крышка. Какая крышка? А что он сделал? Он что сейчас сделал? Как он мне подбил? Я не могу понять. Как у него это получается, а? 8-2. У нас с тобой 3 хп всего лишь остается. Ага, ага, вызвал, да? Сейчас еще и стрельнет. Смотри, что мы с тобой сейчас сделаем. У него нет выбора, да? Мы с тобой нанесем 3 урона ему. И все, и крышечка. Давай атаковать. Прям в лицо ему. Расписали, ё-моё. С горем пополам. Награда. Отлично, ребята. И, по-моему, у нас последний бой с вами. И, естественно, супермозг. Давай. Будем сейчас дальше бомбить его. Ох, ничего себе, мне тут надавали. Мина — это хорошо. Вот это вот уберем, наверное, пока. Фонарь тоже пока, блин, приберем. 3 курицы. Нифига мы тут с тобой энергии-то сейчас получаем. Воу-воу-воу-воу. Слушай, так мы сейчас тут с тобой можем так разгуляться. Супермозг начинает игру с плюс 3 курицами зомби. Ваш герой начинает игру с 4 подсолнухами. Задай жару. Вот я сейчас и буду задавать жару как-то. Как-то стараться. Смотри. У нас с тобой... если я поставлю сюда... курица мотанется, да? Она смоется. Смоется к одному из подсолнухов. То есть один ряд сразу уничтожит нам. Тогда мы сделаем с тобой вот так вот. Раз. Этот у нас будет покруче, да? Поэтому вот так вот, чтобы нам ходить первыми. Поехали. Чё там? Перемещает зомби. Ты чё, оборзел, что ли, блин? Ну ты прикинь, что он сделал, а? Ушлёпа, а? Ладно, смотрим, кого он сейчас будет выставлять. Отсюда уже будет пляска у нас. 1-1, да? Слушай, если мы с тобой сделаем... если мы с тобой сделаем... вот так вот. Опа. И вот так. Что ты на это скажешь, а? Перемещает зомби плюс 1. Куда ты его опять перемещаешь? Сюда. Понятно. Жалко, конечно, что подсолнух потеряли. Оу. Вот оно что. С картами-то беда какая-то у нас с тобой. Ну ладно, вызвал он зомби. Получает 3 энергии. 3, 2, 5, да? Получается. 3 и 2, 5. Значит, мы с тобой делаем следующим образом. Ставим сюда имитатора. А сюда ставим песика. Что он сейчас сделает? Наносит бонусную атаку. Вытягивает 2 карты. Так, ладно, здесь уничтожаем. А здесь тоже уничтожаем. И у нас вообще карт не осталось, только лишь поменять местами. Ага. Такой довольный. Такой довольный. Я, знаешь, что сделал? Вот так, наверное. Опа, виноградина. Бомбим.
Так, отлично. Пока. Бомбанул. Ай, так, ну что, 4 в лицо ему даем. У него 2 карты, у нас 1. Мы как бы проигрываем по картам. Вот эта вот ананасовая бомба, я думаю, здесь не нужна. Амфибия. Блин, антигерой. Давай посмотрим, что там размещает зомби-астронавта. Твою налево. Блин, что у нас там есть? У нас есть с тобой мина, да? Должна быть. Дождик, о, так это еще хорошо. Так. Ага. Ага. Морж. Ребята, как раз моржик вовремя прилетел. Согласись-ка. И вот так сделаем. Ну. Прекрасно. Так, защита сработала. Что у него там за карта, я не знаю. Так, и мы еще урона 3 в лицо сейчас ему дадим. На. Мина. Блин, лучше бы вы подсолнухи давали бы мне карты какие-нибудь. Кто там, блин? Вот кто там у него может стоять? Я не знаю. С прочерком. Она сейчас уйдет, а куда? Вот сюда, наверное. Нет, смотри-ка. Если честно, я думал, что она захочет уничтожить мне 2 подсолнуха, но нет. Так, еще урон. Блин, не получится у меня, да? 7 атаки произвести, у него защита сработает. Бумс. Ну и кого там выставишь? Зомби-астронавта. Угу. Нам крышка, наверное, ребята, да? Нет, еще живем. Три карты у него. У нас с тобой вообще ни одной карты нету. Вот зачем мне вот это дали? Меня это нисколько не спасет. Курицу он сюда позвал. Ну давай я так вот сделаю. Подсолнух, ну давай сюда вот переместим его. Дай мне, вот, фонарь хотя бы дали. Хотя бы дали фонарь. Сюда я его влеплю. Поехали. Так. 3 энергии. Бумс, уничтожили. 2 урона, всего лишь 2, ребята. Ничтожных, блин, урона надо нанести. У нас вообще 1. Есть. Ушатали. Ну что, друзья мои, все прекрасно видели, как это произошло. Мне это лично очень понравилось. Но напряженно, серьезно говорю, аж прям вот до кипишника. Че там? 1,5 бесенка, 1,5 робота. Замех будет у нас. Да, да. Станьте нашим героем. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!